Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас по просьбам обзор на тревел-баллонки. Значит, от компании Maximus, называется моделька Nordwich, выпускается в трех длинах 390, 420 и 450. По карбону, как часто здесь бывает, производитель не указывает, но скажу, что это порядка 30 тонн. Значит, сразу по колечкам. Здесь у нас хлыстик, довольно аккуратный, тонкий хлыст с двумя подвижными кольцами на хлысте, тюльпан противозахлестный. То есть это значит, мы можем работать максимально тонкими оснастками. На втором колене точно так же есть подвижное колечко. Все это способствует тому, что правильно распределяется нагрузка по бланку. Как многие спрашивают, для того, чтобы кольца друг от друга не бились, часто вставляют вот сюда в торец неопреновую вставку. Здесь этого нет, потому что здесь есть достаточно большое количество лака и на каждом колене, и коленца ложатся, как вы видите, прямо вот на эту обмотку, на этот лак, и, соответственно, до расстояния от кольца до кольца остается довольно большим, и никаких проблем со вставками кольца здесь быть не может. По катушкодержателю. Надежнейший катушкодержатель. Он недорогой, но очень надежный. Сюда входит катушка чуть ли не 5000. Кому это, естественно, надо? Ну, как правило, никому это не надо. Но, тем не менее, просто многие жалуются, что на некоторых тревел-баллонках других фирм-производителей определенных, я уже с этим тоже сталкивался, что люди жалуются, что хотят там 4000-ную поставить там какую-нибудь легенькую катушечку, а вот ширина лапки, она не позволяет сюда вставить, и они там нужно 1500-2000 всего ставить. Суть в том, что сюда войдет любая катушка. Держатель тоже приятный, надежный, с толстым металлом. По дизайну, как вы видите, неброский, но довольно приятный, не вороний дизайн. Значит, комплектуется удилище вот таким чехлом. Достаточно тоже надежный чехол, пластиковый, жесткий. Туда убираются все кольца. То есть это не тот вариант, наверное, часто вы видели, где только вот верхние колечки убираются, а эти нижние остаются наружу. Значит, здесь такого нет. По высоте колец, то есть достаточно хорошая высота кольца, ножки кольца, да, это не будет позволять прилипать лески к бланку, когда влажность на улице. Вставки керамические СИК из карбида кремния, то есть это хорошие, надежные вставочки. И даже, что хочу сказать, что противозахлестный даже тюльпанчик здесь стоит маленький. Ну, не знаю, насколько он актуален, но, тем не менее, вот такое есть, и лишний раз подстраховка будет. И на всякий случай, если вы вдруг сломали колено, то без проблем обращайтесь в мультифиш, у вас будет гарантия бессрочная на весь срок службы удилища, плюс две запчасти в год в период проведения такой акции. Пока такие акции проводятся, вы получите, сможете получить бесплатно. Абсолютно. Условие 2 – это покупка в мультифиш и подписка минимум на 3 социальные сети, странички магазина. Это Telegram, YouTube-канал и сады ВКонтакте. Желательно Instagram, Facebook и RuTube. Значит, по показателям я сразу померил, у меня здесь шпаргалочка такая есть, что время не тратить. 390 и транспортная длина, сразу 300, у всех удилищ транспортная длина 80. Значит, вес 390-го 190 грамм, 420-го 199, 450-й 280. И, соответственно, диаметр комля я мерил вот в этом месте под катушкодержателем. Это 20 мм у первых двух, и у 450-й будет 25 мм. Значит, давайте сейчас тогда мы их разложим, и вы посмотрите строй. Итак, друзья, разложили мы наши баллоночки travel. Значит, 3,15 строй у всех, но можете смело прибавлять к этой цифре 5-10 грамм. Вот смотрите, 390 у меня в руках, фактическая длина 387 сантиметров у нее. Такой строй достаточно быстрый. Нагрузим, смотрите, приятный очень строй, упругая палочка, при этом очень такая деликатная относительно, с деликатной, точнее, вершинкой, но при этом очень упругая в середине. То есть лично мне вот эта серия очень-очень нравится. Я как бы не часто говорю, что мне что-то нравится, но вот это действительно зашло. Значит, следующая
смотрите, 420, а фактическая длина у нее 410 сантиметров. Ну, соответственно, тест 315 указан для всех. Смотрите, тоже достаточно быстрый строй, посылистый, их можно использовать для ловли, в принципе, на бомбарду, не очень тяжелую, форели, карпика. Вот здесь вот, смотрите, строй среднебыстрый, я бы уже сказал. Да, радует очень кольца, как я сказал, что на высоких относительно ножках, такие приятные очень карты колец, расположение карты колец приятное. Но вот здесь вот очень такая вот достаточно мягенькая, видите, посылистая вершиночка и упругая, жесткая середина. Давайте нагружаем. Видите, вот такая бросковая палка, но в то же время способная хорошо вязать рыбу, видите, и контролировать ее за счет вот жесткой упругой середины. Итак, друзья, посмотрели, рекомендую, очень неплохие travel баллоночки малой транспортной длины, в машину положите куда-то, то есть никаких вопросов у меня лично не вызывает, в плане критики тоже критиковать нечего. Они продаются, люди их любят, и, в общем-то, на рынке есть еще, конечно, тревел-баллонки от Salem, от Alvegi, но, тем не менее, рассмотрите вот от компании Maximus, очень неплохие варианты. Пожалуйста, просьба от меня к вам, если видео понравилось и, скажем так, одобряете такой более короткий формат, поставьте, пожалуйста, лайк, вот нажмите такой большой пальчик под видео и нажмите кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч!